Амераукана – одна из пород, несущая с 5 месяцев голубые, зеленые и оливковые яйца. Выведена порода в Америке в 1967 году. Внешне эти птицы гордые и величавые. Их оперение и яйца имеют разнообразный окрас. Официально зарегистрировано 8 цветов. Самый редкий – лавандовый. Есть карликовая порода Амераукана бентам. Куры начинают нестись с 5 месяцев. В год дают 200-250 яиц с различного цвета скорлупой, весом 60 граммов. Продуктивность сохраняется 2 года. Петухи весят 3,5 килограмма, куры 2,5. Основные достоинства породы следующие. Разноцветные яйца от одной курицы. Полное созревание за полгода. Высокая яйценоскость. Быстрый набор веса. Вкусное мясо. Простота содержания. Переносимость жары и холода. Крепкий иммунитет. Перед заселением породы курятник необходимо продезинфицировать, побелить, настелить подстилку, избавить от сквозняков. В помещении необходима зона для сна, кормления и выгула. Оптимальная влажность 60-70%. Нужно также соблюдать температурный режим и плотность посадки. В качестве кормов подойдет стартовый комбикорм. В рацион молодняка следует включать питательные вещества. Рацион кур должен быть сбалансированным по белкам и кальцию. В него добавляют рыбу, мел, ракушняк, яичную скорлупу. Всегда в свободном доступе должна быть свежая вода. Материнский инстинкт у породы слабый, поэтому потребуется инкубатор или приобретение суточных цыплят. Клетка для молодняка нужна просторная, поскольку цыплята быстро растут. Нужна также поилка-непроливайка, так как молодняку нужен сухой пол. В курятнике нужна чистота и сухость. В первые дни цыплятам нужна температура 35 градусов, которая постепенно снижается. Также им необходимо обеспечить круглосуточное освещение с третьей недели по 9 часов. Неприхотливые куры не требуют особого внимания. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.